Здравствуйте, сегодня у нас на обзоре будет 4 телефона с разной компанией. Это у нас Ginger Storm, Valifox Spark, потом идет у нас Samsung Galaxy G3 и Huawei P10 Lite. Так. Давайте сначала начнем с самого бюджетного телефона под названием Ginger Storm. Вот такая у нас коробочка, вот они все характеристики. У него HD-экран, 4000 мегапикселей, передняя камера 8 мегапикселей, основная камера 8 мегапикселей. Ну, фронтальная камера 8 мегапикселей, а для селфи 2 мегапикселя. HD-экран, потом microSD до 32 гигабайтов, 2 сим-карты и 3G. 5-дюймовый экран, Android 6.0. Процессор 1,3 ГГц, МТК 6580A. Ну, давайте начнем просмотр телефона. Распаковка Ginger Storm. Это у нас вот такой экран, большой экран, 5-дюймовый. Сейчас посмотрим, что в комплекте. Это у нас сам телефон. Сзади не видно камера 8 мегапикселей, и вспышка, и этикетка Ginger. И передняя камера 2 мегапикселя. Смотрим, что в комплекте. В комплекте у нас идет инструкции на разных языках. Зарядник. Большой где-то, примерно метр. Потом идет у нас USB штекер, вставляется в розетку, под нашу розетку. И все. Давайте рассмотрим сам телефон. Вот вы видите кота. Давайте рассмотрим его характеристики. Сейчас мы видим сам экран. И давайте включим видео. Давайте громкость. Ну, вроде неплохо показывает HD-экран. И громкость довольно громкая. Так, давайте посмотрим, что он работает. Код Мишка. Давайте зайдем в настройки. Здесь мы видим сим-карту, передача данных, экран. Ну, много всего. То, что телефон хороший. Главный плюс этого телефона, что у него очень большая емкость батареи. 4000 мегапикселей. Давайте посмотрим, что у него за камера. Ну, камера, она дрожит. Ну, фотографирует она неплохо. Например, вот так. В общем, неплохая камера за такую цену. Теперь давайте перейдем к другому телефону. Следующий обзор у нас идет мой основной телефон Valifox Spark. Стоит он примерно 8000 рублей. Если вы хотите HD-версию, она стоит на 1000 меньше, ну, на 1000 рублей меньше. А за 8000 у нас получается телефон с двумя камерами, 8 мегапикселей фронтальная и передняя. 8 мегапикселей. С Full HD-экраном, 5-дюймовым. Вот так у нас все выглядит. Это этикетка сама. В комплекте у нас идет сам телефон черного цвета. Он продается в двух цветах. Это у нас черный цвет. Вот он сам лис. И белым, золотистым цветом. Теперь включаем телефон. Здесь у нас Full HD-экран. Сейчас поставлю максимальную. Показывает он довольно неплохо. Здесь у нас рекламы. Давайте зайдем в YouTube. Сначала мы посмотрим камеру перед этим YouTube. Ну, камера снимает довольно лучше, чем предыдущий телефон. Вот, например, кота Мишку нашего сфоткали. Довольно прорисовка отличная. Экран 5 дюймов, как я вам говорил. Давайте зайдем в YouTube. Вошел я в YouTube. Теперь давайте посмотрим, как он снимает и показывает фото, видео и громкость. Самое главное. Показывают вообще обалденно с Full HD-экраном, как и предыдущий телефон. И громкость у него средняя. А в прошлом телефоне было довольно громче и внятно. И в этом телефоне звук приятный и громкий. Показывает видео он в Full HD разрешении. И вот видите, довольно неплохо показано. Работает телефон от Android 6.0. Процессор у него МТК 1,3 ГГц, как и в прошлом телефоне. Ну, правда, из него один минус небольшой, это 2500 мегапикселей. Чем у прошлого телефона. Теперь давайте перейдем к следующему телефону. Давайте теперь перейдем, забыл сказать, что внутри находится после телефона. Это у нас инструкция, как зарядник подключать к компьютеру и так далее. Это как все устроено. В общем, все классно. В комплекте идут наушники уже и обычная зарядка. А разъема для вставления розетки нету, чем у прошлого телефона. Ну и предпоследний у нас телефон. Это у нас Galaxy G3 Samsung 2017 года. Давайте посмотрим, как он выглядит. Коробочка у него довольно классная. Здесь у нас его характеристика.
15-мегапиксельное объединение и заднее 5-мегапиксельное. Ну, для селфи 5-мегапиксельное, а для обычной съемки 13-мегапиксельное. Здесь у нас 3000 мегапиксельов часов. Емкость аккумулятора. HD-экран, 2 сим-карты и 1 SD-карта. Давайте рассмотрим сам телефон. Коробочка классная. Сейчас будет момент. Вытаскиваем сам телефон. В комплекте у нас идет сам телефон. Такого цвета, как сказать, голубая жемчужина. Классно переливается на цвету. В комплекте у нас идет уже сразу силиконовая защита, которая специально отрывается и можно цеплять любую. Чехол. В комплекте идет сам телефон. Идет зарядник. Потом у нас идет штекер розетки, чтобы вставлять, заряжать. Это плюс. И уже наушники в комплекте, чем у G6 Storm и у Valifox. Это фирменные наушники от компании Samsung. Давайте рассмотрим его, саму характеристику. Здесь у нас 5-дюймовый экран с HD-разрешением. Вот он. Показан здесь много настроек. Правда, здесь много чего измененного. Здесь у нас, чтобы в меню зайти, нужно сделать вот так-то. Опа, да? Не как телефон, нажал на кнопку и зашел в меню. Еще здесь кнопочка, это главный плюс. Как у самого G6 Storm телефона. У него кнопочки. Чем у Valifox? У Valifox нету и у Huawei. Ну, Huawei у нас будет последний, потому что у нас все по цене. Samsung идет по цене, ну, если со всеми аксессуарами, 15 тысяч рублей. Еще у нас встроено здесь у телефонов G6 Storm и Valifox встроено 1 гигабайт памяти. И до CD-карты можно вставлять 32 гигабайтовую. Вот здесь емкость 20 гигабайтов. И 32 гигабайта можно вставлять сим-карту. Такой красивый телефон, камера 13 мегапикселевая, фронтальная, точнее, селфи 5 мегапикселей. Давайте посмотрим съемки его. Давайте посмотрим, как снимает камера. Камера снимает 13 мегапикселевая. Снимает она довольно неплохо. Есть даже стабилизация. Так. И разные фото. Здесь, например, можно сфоткать. Здесь у нас есть вспышка перед камерой. Давайте рассмотрим. Здесь можно переключать, как ты хочешь по своему вкусу снимать. Давайте теперь рассмотрим, что мы засняли. Рисовка отличная, как у Valifox Pocket G6 Storm. Давайте теперь зайдем в YouTube. Давайте посмотрим саму съемку и громкость телефона. Это у нас громче. Довольно громко играет телефон. И неплохо показывает с HD-разрешением. В общем, телефон отличный. Показывает классно, снимает классно, громкость отличная. Работал на Android 7.0. Теперь перейдем к другому телефону. Ну а теперь у нас последний телефон. 5,2 дюйма. Называется он Huawei P10 Lite. С Full HD-разрешением. Камера 8 мегапикселей для селфи и 13 мегапикселевая передняя. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас видно ключик, как у Samsung Galaxy G3. Потом у нас также идет зарядка вместе со штекером. И сама инструкция находится здесь. Ну, тут все ясно показано. И наушники тоже, как у Samsung. Давайте посмотрим сам телефон. Какого красивого цвета сейчас покажу. Это у нас металлическое стекло такое. Синее или голубое лазуритное, в общем. Здесь у нас плюс есть. Отпечаток пальца и вспышка. С Full HD экрана. И сейчас мы его включим. Вот он, 5,2 дюйма. Сейчас я вам покажу сравнение самого телефона. Например, давайте Valifox Pocket. Ну, вот видно разница у него, например, на 5 мм, ну да, на 5 мм разница с HD экранами. Давайте посмотрим, как выглядит. Ну, здесь вообще все классно. Давайте посмотрим звучание самого телефона. Давайте, например, музыку включим. Ну, здесь динамик. В общем, динамик громкий, разборчивый и отличный. Давайте посмотрим YouTube. Съемка. Показывает тут довольно классно. С Full HD экрана. Громкий звук. Сейчас давайте проверим камеру. Камера здесь 15 мегапикселевая. Отлично снимает, есть стабилизация. Кстати, у этого телефона емкость аккумулятора 3000 мегабит часов. Как у Galaxy G3 и у G6 Storm. Правда, у G6 Storm 4000 мегабит часов. То, что он побежает в этом состязании, как говорится. Ну а теперь итоги. В этом ряду расположены телефоны так по цене. Вот этот стоит телефон 5000 рублей, этот стоит 8000 рублей, этот стоит 15000 рублей, этот стоит тоже 15000 рублей. Ну, кто побеждает в этом бою? В этом бою у нас побеждает Valifox Huawei. И по цене, по разным характеристикам. И по несложным экранам, большим экранам и так далее. Так, ну продолжаем наш итог. Вот этот телефон G6 Storm у нас занимает почетное 3-е место.
Сейчас я вам расскажу почему. Первое. Это у нас есть 3G. Вот эти во всех телефонах 4G. Второй минус. Тусклый экран. Экран отлично показывает, но он бывает, как сказать, с HD-экраном он отлично, но бюджетная версия у него тусло показывает. Но он нормально показывает. У него два минуса небольших. И камера у него еще плохая. 8 мегапикселей. Ну, ясно дело, что здесь бюджетная версия. В общем, неплохой телефон. Здесь у нас металл по оберткам. Он бы занял бы второе место. Ну, по бюджетности. А по бюджетности я советую с HD-экраном такой телефон с кнопочками. Ну, если камеру вы хотите, ну, камера, конечно, здесь плохая. Ну, самое из первых местах из него, здесь у него 4000 мегапикселей аккумулятор. Это у него первое место. Ну, по камере у него третье место, по камере. А по экрану тоже третье место. А самое первое, ну, знаете, аккумулятор. Глючит ли он или нет? Ну, я вам еще скажу, здесь у нас 4 ядра, как и говорили. Во всех телефонах здесь 8 ядер. Вот поэтому здесь минус. И третье место. В общем, занимает по аккумулятору первое место. Стоит он 5000 рублей вместе со всеми аксессуарами. Второе место занимает Valifox Pack с Full HD-экраном. Если вы хотите с HD-экраном, он стоит там 1000 меньше рублей. А так он стоит 8000 рублей. Такая камера 8 мегапикселей, камера по 8 мегапикселей. Снимает они Full HD разрешений. Правда, здесь нет отпечатка пальцев. Ну, в то время, конечно, не было отпечатка пальца. В 2016 году это они очень редко были. А Huawei и Samsung, ну, Samsung тоже есть отпечатка пальцев, только он через камеру идет, как сказать. У него небольшой минус. Это маленькая по аккумуляторности емкость. По аккумулятору он занимает третье место. Потому что у него здесь 2500 мегапикселей. Первое место он занимает по Full HD экрану. И первое место с ним по Full HD экрану по разрешению занимает Huawei. Они занимают ничья. Потому что у них два первых места, у них Full HD экран, поэтому. И на втором месте он занимает по камере. Третье место, я как говорил, даже что. Ну, тут 8 мегапикселей, второе место. Первое место у нас занимают Huawei и Samsung G3. Не потому что 12-мегапикселевая камера. Вот такие дела. По звуку он отлично звучит, но он занимает почетное тоже второе место. По звуку. Ну, у него среднее, тоже разбираемое. Камера отличная. Мне все нравится, он не глючит уже год. Он меня уже служит, нигде не глючит. Ни разу не глючит. Почетное тоже второе место. Занимает у нас Samsung G3. Камера у него 12-мегапикселевая, фронтал 5 мегапикселей. Ну, по фронталке он занимает второе место, потому что у него 5-мегапикселевая. А у G Storm 2 мегапикселя для селфи. Ну, тут у нас Мишка пришел. Мишка, ты что, посмотреть? Мишка тоже захотел обзор посмотреть. Ему тоже телефон убирать нравится. Так, ну в общем, перейдем к Samsung. Здесь есть плюс. По кнопкам. Кнопки они тоже занимают. Ну, вот со штормом они занимают по кнопкам первое место. Потому что кнопки легче нажать, и они. Ну, если, например, экран заглючил, можно быстро перезапустить. А у Valifox они занимают второе место. Вот. По камере я сказал, 13 мегапикселевая, это которая вот это передняя, она занимает первое место вместе с ним. Потому что у него тоже 12-13 мегапикселевая камера. Передняя. И снимает они довольно неплохо. Здесь картинка такое ощущение, что напоминает о Full HD, но здесь HD-разрешение с высоким яркостью экрана. Здесь можно настроить экран по-своему. 5,5-дюймовый экран. 5,5 дюймов это у нас у Huawei. Ну, 5,2 дюйма, почти 5,5 дюйма. Он больше на всех этих телефонах 5 дюймов, на 5 мм. Вот. Samsung. Здесь по плюсам занимают по чехлу Huawei и Samsung. Они занимают первое место. Второе место, ну, у них нет места, потому что у них нет чехла. У них надо покупать чехол. И поэтому Samsung занимает с Valifox второе место. А второе место, потому что у него больше мегапикселей, чем у Valifox, но у Valifox больше Full HD разрешение. А здесь HD разрешение. И по камерам они тоже занимают первое место и второе. Теперь перейдем к самому классному телефону. И по цене он стоит 15 тысяч рублей, как и Samsung. Если вы хотите брать Samsung, у него здесь уже есть все, как у Huawei. Советую вам брать два телефона. Выбирайте по-своему. Берите 5-дюймовый, если вы хотите 13-мегапикселевую камеру, 5-мегапикселевую камеру, ну для селфи, как говорится. Мишка опять сюда зашел. Ну ладно. Ну, советую вам брать из этих всех телефонов по цене, ну, если 15 тысяч брать, советую вам брать Huawei. Huawei, он здесь, у него очень большой плюс, у него есть, ну, тоже Full HD экран, как у Valifox, ну, Valifox, у него здесь, 5-дюймовый экран. Первое место он занимает по отпечаткам пальца и по цвету. Цвет у него обалденный. Камера у него здесь 12-мегапикселевая, чем у Samsung, ну, на 1 мегапиксель, но они снимают оба классно. То, что они занимают первое место у нас по камере. По экрану у нас занимает Huawei. Здесь, естественно, большой экран. Ну, здесь 5-дюймовый, если вы хотите, например, подарить своей жене или девушке. Ну, такой цвет как раз подойдет. А если вы хотите мужской, то советую вам брать Huawei. Ну, так же самое подойдет и для девушек и жен. Вот такой телефон, G Storm. Ну, если вы хотите бюджетный вариант, дешевый. А если вы хотите брать из дешевых вариантов, ну, средний вариант, советую брать с Full HD экраном Valifox. С хорошей камерой. Ему все ставят 5. Ну, советую брать тоже Samsung. Samsung, он вообще красивый. 2017 года, это 2016, это 2017, это 2016 тоже. Они вот эти оба 2016. То, что эти совершенные телефоны, советую вам брать все эти телефоны. Они все отличны по характеристикам, но особое место у нас занимают вот эти два телефона. Это Samsung и Huawei. Ну, если вы хотите брать с Full HD экраном, ну, это, естественно, второе место занимает у нас Valifox. Эти занимают у нас почетное первое место. Не хватает яркости экрана. У них нет ни одного минуса. Ну,
Кроме того, ну, у них камера вот этого 5 мегапикселей, ну, это маленький минус. У этого здесь нету ни одного минуса. Вообще нет ни одного минуса. Все четко, все работает быстро. Full HD экран. За эту цену, ну, естественно, выкупает себя здесь 8 ядер. Ну, тоже, если хотите 8 ядер, берите Valefox. Ну, самую дешевую версию. Ну, а теперь перейдем к главному призу. Это у нас, вы не представляете, но это у нас Samsung и Huawei. Они у нас выигрывают по цвету. Цвет у них красивый. У них продаются три цвета у Джиджерстона, белый и черный. У Valefox только белый и черный, и все, у них классный. Вот здесь 4 цвета. Серебряный, золотой, белый, черный и вот этот, ну как, типа серебряного, жемчужно-голубой. У этого 3 цвета. Вот этот мне больше всего понравился. Это, как говорится, лазуритный цвет, потом белый и черный цвет. Ну, в общем, выбирайте сами. Они все оба телефона хороши, по бюджетности и так далее. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас много интересных видео. Всем до новых встреч. До свидания.